вода, которая, когда у нас будет настоящая вода, за которой бы мы не ездили ни в Гедеоновку, ни в Колодню, ни тут не брали. Открыл крантик, поставил винт и пей. Сколько это хочешь. Это же невозможно очень жить. Это невозможно. Я понимаю. А почему? Там даже, потому что там даже лягушки померли. Крокодил живет. Водопровод же технический, он РЖД. Да, технический, да. Мы и, он РЖД, и он РЖД. Да, да. Значит, вот когда была встреча Василия Николаевича, присутствовали, да, присутствовали. Да. Мы говорили, что сейчас будем работать. Но опять же, просто так от них принять, вот это все, ничему не соответствующее, неправильно. И сейчас ведутся переговоры в плане того, чтобы они хотя бы вложили какую-то копейку, чуть-чуть привели, мы готовы забрать и дальше содержать это. А нельзя восстановить, вот, где у нас была эта водокачка? Нет. Нет. Люда, это техническая вода.